Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами утренний обзорчик акций. Побежали сразу начнем с русского сервера. Мне интересно, ли открыли здесь новый островок. Вчера классно мы с вами бегали в RDR. Зато классно выспался. Честно скажу, уснул. Сон надо спать, потому что эти стримы по Brawl Stars, конечно, изматывают эти нервы. Эти мега-супер качи забирают много энергии. В общем, поехали, смотрим, что у нас на русском. На русском у нас уже лист за большой пак. В принципе, плюхи, я скажу, очень даже ничего. Сундучки. Пакет накопления роза. Ну, что-то меняется, что-то меняется. Ну, конечно, пакет накопления остается желать лучшего. Так, понятно все. Подарок среды. Магическая пыльца, банка с самоцветами. Ну, такое себе. Есть хватайка. Неплохо. Новая хватайка. Да, хватайка новая у нас. Понятно. Жетоны, как обычно, мы не получили. Получили какую-то сумку питомцев. Пакет накопления. Счастливое число. Императорское. Временные акции. Маленькая помощь. Кстати, вот маленькая помощь. Покажу, что у меня на сардельке. 100 молотков. 100, 100 и 100. Ну, в принципе, жаловаться не буду, но все равно. Апекс камни, как по мне, это самый кайфовый итем был. Так, магазин скидок. Обновили его или нет, сейчас глянем. Истинная вера. Мешки зефира. Мешки зефира, я не знаю, монеток у меня нет. Донатные, не донатные. Новый парящий остров. Мои бесплатно. Вот такое вот божество. Лисица. Ну, я не знаю, вот сказать, что он топовый. Нету Мэри, нету Барда, нету остальных героев, которых здесь можно было собрать для бездоната. И это говорит о том, что это опять печаль. Потому что некоторые серваки не смогут этих героев еще дольше собрать. На некоторых их дают бесплатно. Ну, ничего не поделаешь, оно все меняется. Но я считаю, это очередной развод на донат. Потому что вот так вот делать нельзя. Если есть герои, сделайте хотя бы как на немке один осколок, но не убирайте их полностью. Люди не дособирали, опять же. Мэри они то соберут, а вот Барда, того же самого Зефира, ну, ничего не сделаешь. Так, это у нас еще плюхи висят, ого-го. С каких акций надо пооткрывать, а то попропадают. Сейчас пооткрываем. Вчера уже зафармил, не показывал полностью, как видите. Без проблем. За пределы, адский режим. Скоро у меня будет на сардельке Мэри. Так, съесть, отлично. Заберем плюхи. Хотя бы порцию. Эти еще у нас доступны. Так, поехали дальше, потом вернемся по ролям. Поехали Тайвань чекнем. Так, окей. Смотрим дальше. Ну, 100 баксов за 5 камней, это вообще, как по мне, реально бред. Так, сменки. Что тут интересного есть?
Может, что-то новое есть. Тоже точно такой же островок. Мне интересно, какой сегодня остров на немке запустят. Что там будет из интересного накопления. Ой, коллекционер. Тоже ничего такого нет. Побежали на мой любимый немецкий сервер. Почему любимый? Потому что тут есть и народ, и тут есть офигенные плюхи, нестандартные плюхи. Ну и, конечно, Тайвань тоже классный, но Тайвань, не знаю, что-то я в последнее время подзабил Тайвань там бегать. Везде не хватает на бездонатах места. Самоцветы прям приумножаются, ребят. Так, улучшаем нашу землеройку. Постепенно. Все, никак не доберусь, надо апать усиленно хранилище на золото, потому что надо будет скоро делать эволюцию. А у меня тут нифига не прокачано. Такс. Здесь после 10 у меня, по-моему, календарь, которого нету нигде. Я вчера забрал тут пыль, отлично. Что тут у нас еще есть? Понятно. Тут еще ничего не обновилось. Помимо этого, ребят, 1500 карты. Смотрите, вот эту вот тему. Я забираю однозначно вот этот вот пакет. Это уже третий раз я его забираю. Плюхи реально бомба. Вот видите, копится 1100 самоцветов. Да, вы скажете, дофига, но блин, такого на других серваках нет. Ну, единственный, кто может сравниться, это еще Тайвань. Все. Плюс 3. Даже плюс 3 осколка. Все равно круто. Мэри 23, Зефир 38. 53. Надо будет в пирата попробовать поиграть. Так, поехали на... Сейчас запущу еще. Самое обидное, знаете, что то, что многие ребята не могут собрать того же самого, ту же самую Мэри, да, вот они не могут нормально фармить за пределы и забрали ее с острова. То есть это тоже печально. Так, смотрим, что у нас здесь. Сегодня найм, по идее, есть 40-40. Надо будет книжки добрать для батл пасса. Камни, аккумуляция, сменка. Такая себе тоже аккумуляция, нефти. Пакеты, накопления. Ну, конечно, сайт с сервером не равняется. Блуди Мэри. Дуэлянт. Ладный. Prime Hero. Ну, тоже, в принципе, неплохие плюхи. Микроки. Monkey Crystal. Ну, это
Херня, все сегодня тоже есть хватайка. Смотрим, что тут у нас. Тут хватайка совсем другая, ребят. Тут божество. Вот так вот. Да, немножко другая хватайка, нежели на русском сервере. Какая-то новая акция, ничего себе. Flamebox. 200 штук. Нифига себе. Типа можно выбрать следующую награду. Офигеть. А ну, правила почитаем. Новая акция, короче. Интересно, интересно. Так, 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 этот Lightning Ballon. Так, каждый день сейчас зайдем, по-моему. Может, на Айсе есть акция, у нас, в принципе, дублируется. Так, дискаунт есть. Десятые эмблемы добавили за самоцветы уже. Лисица. Так, островок. Тоже поменяли. Такой же, как на Тайване. На русском здесь зефир. Вот такой же, как на Тайване. О, есть этот. Ну вот 10 я забрал вчера, смотрите. Вообще. 2 осколка. 4. Ну, тоже круто собирать, у кого не хватает осколков. А, так, окей, поехали. Поехали на AS сервер. Там будет нормальный перевод, хоть поймем, что к чему. Такс. Шарики желаний. Вот так вот. Нажмите на шарик, чтобы войти. Вошли. Вы зашли шарик, получили Crystal Box. Пожелать. Желаемый предмет. Ну, конечно же. Ну, пятые, наверное, шестые. Это, конечно, круто, но нам надо. Пятых. Так, зажги желание для получения награды желаний. Правила. Шарики желаний прилетели в битву замков. Зажигайте шарик с 25 по 7. Войдите в события каждый день, зажигая шарик. После того, как зажжете шарик, получите случайную награду. И у вас будет возможность пожелать другую награду. Награда желания в шарике. А, ну понятно. Короче, новая акция, ну донатная. Ну тоже халява своего рода, но за донат. Первый день. Сундук замка. Что-то, а, что-то я не понял. Сундук замка 5. Что-то как-то странно. Том благословения, ящик славы. А, это награды, которые вообще все есть. Которые можно выбрать. Первый день, сундук. То есть это на выбор. Вот все, что есть. Ого, ничего себе. Lucky Price, Master Rune, Камень Судьбы и Кристалл Обезьянки. Барт, Огнекрыл, Фобос, Кровавая Мэри. Ну, самое интересное вот в конце. Ладный, Осколки Полярного Лиса, Дуэлянт, Божество. Официальная карта события, Космо, Банка Самоцветов. Ну, это для донатов. То есть, чтобы вы понимали, чтобы забрать его... Вам надо задонатить, то есть второй приз чисто за донат. Вот так вот. Чисто донатная новая акция. Еще раз посмотрю.
награды. Замка, сундук, замка, сундук, молот гоблина. Да. Эти мешок, космо, банка с самоцветами. Это 5-й, 6-й, 7-й день. Там не апогея. Ну, в общем, вот так вот. Здесь случайная награда, а за донат вы уже можете выбрать следующую награду. Зажги все шарики для получения награды желания. Ага, вот так вот, то есть надо будет сжечь все шарики, мы получим. Ну, в общем, вот как-то так. Я не знаю, условно донатная, бездонатная, но еще раз правила почитаю. Купите 1400 самоцветов или больше за один заказ бонуса, чтобы разблокировать все награды желаний. Вот так вот. Ага, все награды желаний, это типа все дадут, что ли? Ну, в общем, вот так вот. Маленькая помощь. Что у меня тут? У меня тут в сундуке. Коллекционер героев. Закладного дают барда. Не, ну это бан, ребят. Вот это кайф. Вот это реально кайф для бездоната, кто копит и ролит здесь. За этого Мэри. Оккультиста. Не, ну это, конечно, жестко. Парящий остров. Такой же. В общем, такие вот дела. Угадайку ждите. Сделаю видосик. Всем удачи. Всем пока.